что, детишечки, кто у нас теперь король? Я король, сучечки, я! Только посмотрите на эту благородную физиономию. Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, всем привет. Меня зовут Ведьмак, продолжаем заканчивать Fable 3. Сегодня у нас на повестке дня королевство. В предыдущей серии мы стали королем, самым, мать его, настоящим королем. Свергнув своего братца, которого увел куда-то усатый хер. Хотя, вообще-то, я собирался с своим братом подружиться. Но ему, видимо, было насрать абсолютно на мое желание. По этому поводу предлагаю его казнить. Первым же делом. В смысле, Уолтера, а не братца. Впрочем, всех казнить. Какая нахрен разница? Итак, план действий такой. Сегодня мы с вами займемся херовой концовкой. А в следующей серии, возможно, устроим концовку поприличнее. Просто, чтобы вы посмотрели на разные альтернативы. Такие дела. У нас тут замок такой вот. Я уже тут заблудился. Ну, вообще, место приличное, да. Чё мне тут не жилось, я не понимаю. Вообще не понимаю. Симпатичненько тут, симпатичненько. Опа. Заткнись, быдло! Ты мой замок! Получи! Кизёл! Кизил, возможно, даже. Правильно было бы. О, знакомые места. Чё-то народу тут нихера нет, зацените. Все придворные куда-то исчезли. Ладно, у нас задача, я так понял, решить, что сделать с моим братцем. Акробатцем. Там, слышу уже крики народные. Вероятно, толпа желает смерти. Ну что ж, пойдем и дадим им того, чего они желают. В конце концов, нужно набирать популярность. Это у меня тоже кто-нибудь свергнет потом. Я смотрю, времена-то нынче неспокойные. Свергают кого ни попадя. Оп, сохранение. Я забэкапил сейвы. All hail the king! Да. Logan, former king of Albion, you stand accused today of crimes against the kingdom and its people. Мужик слева просто рот не может закрыть. There's a soul alive in the kingdom who hasn't suffered for his glory and plenty who've died for it. Чё ты пляшешь передо мной, дед? Let him have some death of his own. Пошёл нахер. I'm not one for lopping people's heads off, but we saw Major Swift executed like it was a bloody circus act. He deserves nothing less, as far as I'm concerned. But aren't we better than that? Isn't that why we fought to be? Ой, чё у меня по мозгам ездить? Только стал королем, уже начинает ездить по мозгам. Children forced to work, but killing him now won't solve anything. It is not my place to decide his fate, but his betrayal condemned many of my people to death. He promised us salvation. Да тебе сисек даже нет, отвали. I had good reason to break that promise, and I had good reason for the crimes you claim I committed. The day I returned to Albion, I received a visit from a blind seer, Teresa, our father's guide. She showed me the future of this kingdom. The darkness in Aurora is coming here, bringing death, destruction, the end of our way of life. The sacrifices I had to make, I did them to protect Albion. If a few had to suffer, it was to build an army. If a few had to die, it was to save a country. I have spent years preparing for this attack. Let me stand by your side now, and all my soldiers will be yours to command. Let us face the coming darkness together. If this is true, if it's really coming here, we are all in grave danger. You have the power over life and death, brother. Твоя речь тронула меня. Отрубить ему голову! Can't escape punishment for what you've done, Logan. Следующий. I sentence you to death. The king has made his decision. Logan will pay for his crimes against the people of Albion. И в 2 часа дня расстреляли его.
Ты стоял, так и стоял, потом передумал и решил упасть, да? И ни одной дырки. Давайте контрольный в голову сделаем. Мне кажется, он увернулся. И вот дымится, смотрите. Почему он дымится? Вы у него чем, фейерверками стреляли, что ли? Не, это тоже, конечно, неприятно, но... Провести суд. Выбрать политику налогообложения. Обложить всех налогами нахер. По самую голову, чтобы все стекалось ко мне. У нас, кстати, есть... Опа. Все, телепортировала нас. Путь к власти. Да, я жестокий правитель. Пусти меня, я куплю последние сундуки. You were little more than a child when you left the castle. Конечно. You have become a hero. Нет. A leader. And now, a leader. Finally, a monarch. But your journey is not yet done. Now you are king. You can know the truth. Albion will soon. То есть раньше ты моего братца тут охмурила, теперь меня пытаешься охмурить. Да пошла ты нахер. Я тебе не верю. Нефть нападает, что ли? Мы ее всю заберем себе. Превратим в бензин. Мы же все-таки американцы, брави! Вот беда. Why didn't you tell me all this at the start? It was never about Logan, was it? I told you what you needed to know, and I never spoke anything but the truth. Сучка. With Logan on the throne, Albion would have been doomed. This moment, doomed. Only with a hero wearing the crown do we stand a chance of survival. Она просто интриганка. You won't. Its arrival is inevitable. One year from now, the darkness will fall upon Albion. All you can do is prepare and hope to save as many of your people as you can. How you do so is up to you. Two paths lie ahead. You may keep the promises you have made and be known as a benevolent ruler. But understand that doing so will leave little to spend on the kingdom's protection and may lead you to disaster. It is not easy to be popular and keep the treasury full unless you are willing to sacrifice your personal wealth. But you may also choose to break those promises, to harm your people in order to save them. You will not lack the means to build the army you need, but you will be hated. This path will cast you in the role of a tyrant, as it did your brother. You have one year to do what Logan could not. Be the ruler that readies Albion for the greatest threat it has ever faced, and be the hero that can stand against it. Такие дела. Ну и тут, в общем-то, когда я первый раз играл, меня постигло охеревание, потому что денег-то у меня не было. Я вовсе не занимался домовладением, как сейчас. И в результате мне пришлось переигрывать всю игру заново, чтобы закончить с концовкой, в которой королевство не было уничтожено, потому что денег мне не хватило, а я хотел быть, ну, типа, добрым правителем, а не злым. Такие дела. Но самое смешное, что у злого тирана больше шансов спасти королевство, чем вот у этого вот добренького паренька, если у паренька нет полных карманов денег, как у меня. Но вот вопрос в том, о чем мы хотим-то сейчас-то добиться. Хотим ли мы спасти это королевство или обречь его на уничтожение? Я даже не знаю. Так. Магия 5 уровня. Не так это, в принципе, уже и важно. Перчаточки у меня, конечно, такие моднявые. Ну, давайте пуху тоже качнем. Еще сотню придется где-то добыть, видимо. На самом деле не получится достичь самой плохой, наверное, концовки, потому что если мы будем сейчас принимать тиранические решения, то у нас будет дофига денег, и мы сможем спасти королевство. А если мы будем принимать хорошие решения и отдавать деньги, то тоже получается, мы спасем королевство. Я-то хотел достичь концовки, когда
все меня будут ненавидеть, и королевство будет уничтожено. Ну, короче, разные варианты здесь есть. Оно получается прям такое. Не то, не совсем то, что хотел, типа. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Я понял. Что я тут делаю? А, пардон. Надо было в другую сторону. На выход! С вещами! Короче, цыганка ела мне мозг круглыми сутками, падла. Но в итоге не сказала самое главное, что остался всего год. И как бы за год тут накопить бабла невозможно, в принципе. Даже если скупить все имеющиеся дома, они просто не накопятся столько денег. Nobody could without living through it first. We need to prepare. If we can't stop the attack from happening, we have to be ready when it comes. You will need to raise a fortune to pay for the army we'll need. Hobson will show you the treasury, and I'm sure he can explain just how to fill it. Indeed I can. Indeed. Ben and I will begin recruiting and training soldiers at once. If you will follow me, Your Majesty. Oh, how I have looked forward to this moment. Ты, я смотрю, хочешь попасть в сокровищницу, да? Смотри, как бы тебя там не похоронили. Albion's royal treasury. The store of the kingdom. Да. 400 тысяч тут всего. Печальное королевство. Я смотрю, братец-то не сильно пополнял сокровищницу, да? It's, well, not as, replete as one would like, but just imagine this room shimmering with hills, valleys, and plateaus of gold. A topography of riches going on. Хорошо, хорошо. Да блин, допусти меня. И посмотрите, сколько у меня денег. 15 миллионов. To build this army everyone is talking about. Which brings us to the second item on today's agenda, and one I'm personally very excited about. Setting the tax rate for the coming year. Это что было сейчас? As you probably know, your brother was taxing the people rather heavily, and some say that this has led to poverty, starvation, and other societal ills. You Какой ты долгий, а? Your Majesty. One, lower the tax rate, which one could argue would help the poor and the hungry, but would also leave the treasury in a miserable state. Two, maintain Logan's policies. Not a popular move with the people, but moderately popular. Хлебальник такой. And three, and don't господа, где моя корона? Raise the taxes. Что тебе надо, а? True. Many will suffer in the short term, but we will be able to protect the kingdom and run our fingertips over vast amounts of gold. Галдишечка. What will it be, Your Majesty? Ну даже не знаю. Снизить налоги минус 400 тысяч, поднять налоги 200 тысяч. Не, ну мы можем, конечно, с вами выбрать вариант снизить налоги и проиграть. Ну, то есть просрать все королевство и остаться в нем одним. Но при этом нас будут любить. Вот это я понимаю. Не останется никого, кто бы нас любил. Давайте мы оставим. Или что, блин, я не знаю. Хочется и злые выборы сделать. И это... Unless you keep the current rate, then everything will stay the same. Ну, даже не знаю. Даже не знаю. Хочется и разные варианты. Блин, на самом деле там, блин, результат-то будет только в том, что концовка поменяется, и все. Ладно, давайте злого отыгрывать. Very well, Your Majesty.
Поднять налоги. An arousing sight, is it not? Breathe in that gilded air. Our tax collectors have not wasted any time carrying out your wishes. Certainly some people will starve to death, but it's a small price. Да вообще не плевать на них. If you carry on being this decisive, the treasury will soon be overflowing. Perhaps you could even take a little of the... А можно? However you decide to proceed, you should acquaint yourself with the royal ledger. It is a logbook that allows the reigning monarch to make deposits and withdrawals. Взять из казны, все взять. О, мы сейчас сами самую вообще худшую концовку сделаем. But my, look at the time. Не, ну потом, когда накопится. Я заберу все из казны, короче, себе, стану богачом, сделаю самую вообще плохую концовку в мире. Рива has a most intriguing proposal for you in Bowerstone Industrial. Now I know you have had your differences, but it is time to put... Да ты отстанешь от меня, хватит со мной разговаривать. Ты надоел мне. I have seen to it that your appearance among the populace is well publicized. So expect a crowd. Еще и наплевать. Нужно набрать 6,5 лимонов, получается, да? Чтобы было хорошо. У нас год ровно. Но на самом деле год это вранье. То есть, по факту... Не год, а нас будут кидать, короче, по этому году периодически... Это что за задание? Ну, то есть, будет всего 5 или 6 эпизодов в рамках этого года. И все. То есть, дни будут отсчитываться не в реальном времени, а по кусочкам. Дискретно, так сказать. И из-за этого у меня тоже была проблема, когда я первый раз проходил, что этот год закончился очень быстро, по факту. Я думал, у меня целый год, я успею, короче, скупить все дома, там, набрать богатство. Нихера, ты не успеешь ничего, если у тебя нет к началу вот этого вот эпизода нужного количества денег, ты лох, ты умрешь. Такие дела. Мне на самом деле лень что-то искать гномов, искать ключи. Давайте просто закончим игру и все. Ненавидьте меня полностью, потому что я вас всех принесу в жертву, падлы. Don't tempt me. Oh, happy day! His Majesty, the King of Albion, graces us with his radiant presence. I knew last time we met that you would emerge victorious from such public sibling rivalry. And now, here I am, to assist you in filling your coffers till they are fit to burst. What better way to begin your reign than by reinstating one of my most successful policies? There is no greater waste than the idleness of our city's youth, but my employment scheme guarantees children of all ages will have something to occupy them, whilst ensuring our factories are properly manned. It's just monstrous. Don't listen to him. В смысле? Предпочитаешь, чтобы дети носились, занимались какой-нибудь херней, что ли? And what would you have us do with the snotty little indigents? The only way Bowerstone is going to climb out of the gutter is through education. Конечно. Вы этих ублюдков в маленьких школах еще видели? Орут, бегают, занимаются всякой херней, и в итоге все равно вырастают дебилами. Восстановить детский труд, пусть работают падлы! Конечно. After all we've done, you're no different to Logan. Беда. Я тебя завалил, конечно же, но ты почему-то не хочешь выходить на меня в дуэль. Дуэль! Welcome to the reopening of Riva Industries Youth Center, where we... А кто убежала в ужасе? 20 hours a day. Teach them valuable skills and ensure they never ever get into trouble.
Естественно, пол он драйв, скотиля мелкая. Присиди меня накрыло немножко. Так. Иди в тронный зал. Чё? Работать, негры, солнце еще высоко. Давайте походим по этому городу замечательному. Посмотрим, как нас любят наши граждане. Так. Чё я хотел сказать, бедля? Ты кто такой? У нас вроде не хватает рабочих. Сейчас мы устроим тут показательную порку, чтобы рабочих стало больше. Работать, стервы! Ой, это была какая-то бригадирша. Ну да ладно. Мелочь. Просто мелочи. Работать, я сказал! Куда ты уходишь? Почему не работаешь? Кто не работает, тот умрет. Сволочь. Посмотрите на этих людей. Куда ты бежишь? Время не обеденное. Быстро работать. Так, стрежник, почему ты не заставляешь людей работать? Это входит в твои святые обязанности, подонок. Получи за это. Ты тоже не работаешь. Кто там был? Она уже успела куда-то сбежать. Ты поднял руку на своего короля. Ах ты ублюдок. Смерть ждет тебя. Только смерть. Почему не работаем? Почему бегаем? Всех тунеядцев под нож. Вот это я сегодня разгуляюсь, так разгуляюсь. Жать. Так. Рот свой закрой, наоборот. Базаришь много. Кто тут еще? Кто еще? Кто? Работать иди! Ух, я тут наведу порядок. Ох, наведу! Получи! Чё ты бредёшь? Куда ты идёшь? Почему не на фабрике? Задурали, посмотрите на этих людей. Королевство в опасности, значит, а они бегают просто, занимаются какой-то дичью. Что за люди? Behave or beheaded. Как написано на том плакате. Так, ты чё стоишь? А, ты мой продавец, хорошо. Давай дальше, пироги. Пироги с котятами. Так, вот бегает, бесполезная тварь. Ходит. Бесполезная тварь. Стражник, который ни хера ничего не делает и базарит много. Пошел вон. Так, кто тут еще? Попрошайки, вот кого надо выпилить точно. Пошли нахрен. Так, дети куда-то побежали. Ну ничего, они вернутся, им все равно идти некуда. А-ха-ха! У них нет дома, у них нет еды. Они вернутся на фабрику работать. Я выращу из вас хороших рабочих, мать вашу. И это королевство обречено. В нем никто не хочет работать, поэтому я принесу его в жертву тьме. В смысле нефти. И мы будем жить долго и счастливо с нефтью. А вы все умрете. Так, ну ладно, мне наскучило. Вернуться в тронный зал. Welcome to the sanctuary. Спасибо, спасибо. Чё это? Статус героя. Вес 0. Ну правильно, надо было биться больше мечом, наверное. Привлекательность. Я привлекателен, но нравственность у меня на нуле. Но вот беда. Вот беда. Слышь, я бы тебя тоже завалил, но ты меня бесишь. Ну да ладно, мне лень. Так, что там надо? Куда? Куда мне надо? В тронный зал, да? Установить цель. Мы накопили миллион, я должен... Предполагаемый жертв среди населения 5 400 000. Мне нравится, меня все устраивает. Я должен взять себе на карманные расходы, просто я уже утомился, понимаете? Бегать и отстреливать тунеядцев. Что за люди такие, я не понимаю.
Какой-то подозрительный книжный шкаф. Первое правило будущего трофея. Избегай выстрела в голову. Хорошо. Подожди. Я думал, может, секрет таким образом откроется. Ладно. Ладно, где моя сокровищница? Я хочу забрать из нее денег. Мне немножко не хватает на жизнь. Король тоже должен жить, понимаете? У меня всего лишь 15 миллионов, а вот миллион уже капнул. Я такие доходы в жизни не видел. У меня капает там по нескольку десятков тысяч. Это очень... Кто это сказал? Я не могу их убивать. Кто тут еще сомневается? Опа. У нас тут герой. Герой, понимаешь? Пошел нахрен. Бойся меня. Бойся меня. Чего вы все разговариваете это все время, я не понимаю. А ты симпатичненькая. Служаночек, хотя нет, слишком носатая. Пойдем дальше. Где моя сокровищница? Я заблудился. Деньги мне покажите. Деньги покажите. Не показывают. Так, там выход. Почему они все время разговаривают? Мне это бесит, не могу. Опа, подожди. Может быть здесь? Что-то каждый стражник пытается меня учить жизни. Посмотри на них. А это что за... А, это для моих будущих детей. И для королевской семьи. Хорошо, но... Я сомневаюсь, что это в королевстве останется хоть кто-то. Хай! Hail to the king, baby! You will decide what is to be done with the Power Stone Old Quarter, site of the battle for Albion. Paige will offer her proposal. О, опять ты, да япона мать! Рива shall stand against her. You may speak. Your Majesty, our victory came at a great cost to the city. You have done little to improve the lives of your citizens since you came to power. But it's not too late to start. I ask that the old quarter be rebuilt, and its former residents rehomed. You wouldn't just be helping those in great need. You'd be sending a message to your people. Hey, they're scared, Your Majesty. Let them know they can count on you. Your Majesty, the old quarter was indeed devastated by your glorious triumph, but as its name subtly implies, it was old. The cost of rebuilding the area would be a colossal waste of money, and the people who called its decrepit shambles of streets and houses their home are better off without it. Согласен. One must question what they have to offer our society. Why build homes for the inept and the unskilled? Абсолютно с тобой согласен. Я там посократил их немножко количество. Мне нравится этот чувак, он знает дело. It was our actions that caused the devastation, Your Majesty. But the final decision rests with you. Конечно. Now is not the time to build houses. We have other priorities. The request is denied. The king denied his decision. The old quarter shall become a monument to our victory and is to be left untouched. Sanity prevails. And do not fret. I shall make sure there is no negative publicity attached to your decision. Конечно. You have turned your back on those who need you the most. I wonder if anything has really changed since. Сидит такой довольный на троне. Яички расставил в разные стороны. Отлично, отлично. Первый день на работе мне понравился. Развалины такие.
Красочные развалины. Будем собирать деньги за посещение как музея. Да-да, все согласен, все прекрасно. Все просто прекрасно. Так, дней до нападения 339. Видите, было 365, осталось 339 уже. Так, кто не против, да? Так, подожди, нет, не внести казну. Взять и сказанный. Нормально, нормально. Я только миллион могу взять? Просто миллион за раз. Хорошо. Ладно, следующий миллион вытащим просто. Че? You have three choices, Your Majesty. Leave the budget as it is. After all, the people have grown accustomed to murder, theft and contraband. Конечно. Опять три стула. Там пики точеные. A rather costly solution. Or take a more considered approach by lowering the budget. For what is the point of a safe, well-policed kingdom when it is too poor to protect itself from certain... Короче, повысить бюджет стражи, понизить бюджет стражи. А, я не понял. А где летающий выбор? А? Баганулся. Но вроде X был плохой выбор, да? Very wise, Your Majesty. Better to have a city full of criminals. Отлично. Я угадал, не глядя просто. Принимаю самые невероятные решения, даже не... закрыв глаза просто. Хорошо. Рассмотреть вопрос об интерьере замка, определить статус Авроры, отплыть навстречу приключениям мысли. В смысле, это как? Отплыть навстречу. Так. Decoration. Хорошо. Где там наш трон рум? Че он орёт? Дебил? Опа-опа-опа. Мадама. Нет, короткий волос, не люблю. Так. Today you decide on the decor of the castle. Two of Albion's greatest interior designers have come to present their suggestions. You may speak. Мадам Сисяндр. Your Majesty, I am Herman Worthy, and I... Вообще похеру, мне нравятся сиськи. The readers of Castle Design Weekly will be delighted with your intelligent choice. Well, I for one am seriously considering cancelling my subscription. You're all witches. Не терпится посмотреть. Как я мог мужика предпочесть женщину? Вы чё вообще? Что за глупости? Today you decide on the future of Aurora, Your Majesty. Кейлин will speak for her people. Ловкач, как обычно. В пределе, везде, в каждой бочке затычка просто. I am here. To seek the protection you promised. It is too long since my people felt safe. Да там у тебя никого уже не осталось, все сдохли давно. We were honored to join your fight to claim Albion. Now it is time we joined your kingdom. Do what you Нахер мне ваша эта пустыня? Help us to rebuild Aurora and protect it as you would your own land. There is nothing so noble as embracing other cultures, and I, for one, could not be happier to count Aurora as part of Albion. But surely they must work for that privilege, and I happen to know just how to put them to good service. There is an abandoned mine
in the Auroran desert that holds enough materials to benefit the whole... Ты все знаешь, я смотрю, да, у тебя источники неплохие. Кейлин and her people to gather what resources there may be. That can be their payment. You are talking about forced labor. Well, let's not get bogged down in semantics. It's a fair transaction. I know you will not break your oath. You understand what we have been through. The choice is yours, Your Majesty. Бабло побеждает зло, я так считаю. Эта игра учит именно этому. They must work for this privilege. The king has spoken. Aurora shall be mined for resources. Its people shall receive the protection of the throne in exchange for their labor. You are no better than your brother. Конечно, лысая женщина. But you wish only to exploit us. Именно. Заберу все деньги себе в карман, падла. Отплыть навстречу приключениям. Мне нравится последний пункт. Welcome to the new and improved Aurora. An oasis of friendship, camaraderie, оп, and все, превратил в индустриальное королевство. Молодец! С удовольствием посещу. Юморок, конечно, у него приятный, ничего не скажешь. A wise decision in court today. Конечно, конечно. While it is true that your popularity in Aurora has suffered, the people closer to home are not too concerned. This could prove to be a very profitable arrangement. And speaking of Aurora and profits, we may have stumbled upon some very exciting news in that area. Сорян, я прослушал, пока деньги изымал из казны. Редкий бриллиант. In the desert. Mm. They heard the legend of this extraordinary gem from the locals, and understandably set out to find it without a moment's regard for their own lives. Which may go some way to explaining why only one of the explorers returned in one piece. He came back empty-handed, speaking of the hideous desert beings protecting the treasure. Think of the glory, Your Majesty, the adventure. Другой чё? Долго рассказываешь? Но все равно тут скучно в этом замке. Никого нет. Хорошо. Как скажешь, чувак. Все равно тут скучно. Так, а что у нас, кстати? Ой, я телепортировался сразу. Ну да, я молодец. Ой, какого черта я тут делаю? Я думаю, меня телепортируют куда мне надо. По квесту, лол. Окей. Это была ошибка всей моей жизни. У меня нет еще сотни печаток, чтобы купить себе сундук, поэтому... Что-то на автомате нажал. Уп. Ну, бриллиант я, конечно же, заберу себе в корону. Вставлю, пусть сверкает. Карта. А что у нас с аврарианскими домиками? Они приносят мне пользу? Или нет? Тут же ничего... А, они не продают, потому что я пошел против них, да? Они меня ненавидят теперь. Кранов тут только понаставили всяких. Не для продажи. Я вас понял, мракобесы. Не зря я выбрал этот вариант. Неблагодарный сволочь. Я, понимаешь, превратил их город, развалины эти, в центр индустриального производства просто-напросто. Посмотрите на это. Работа кипит. А они, как ублюдки, взяли и против меня пошли. Мракобесы. Тут орет там. Демон. Кстати, один из демонов должен открыться для короля. Но я не помню, какой, мне лень искать. Они все унылые. Да, все равно ничего нет. Полезного. You are transcendentally evil. Your hatred and malice are so all-encompassing that they encompass all. And then they encompass a little bit more as well. Конечно. Demon, darkness and despair incarnate.
Корона, конечно. Смотри-ка. Первый демон, который открылся передо мной. Но он, я так понимаю, откроется при любом нравственном облике. Либо при максимально белом, либо при максимально черном. Ну тут мрачненько, мне нравится. Сундукен только стоит. Какие-то башни. Куда я вообще попал? Арсенал. Правосудие Скорма. А, Скорм это же бог тьмы. Хотя немногочисленные теперь почитатели Скорма с величайшим трепетом относятся к своей древней устаревшей религии, они идут и нога в ногу со временем, когда речь заходит об оружии. Кстати говоря, давайте глянем. Что за пуха? With a rifle, a skilled shooter can hit targets at significant range and inflict considerable damage. О, смотри, горит. Винтовка героя горит в это время, потому что я злой, да? Огненная аура за счет победы над наемником. И розовый этот рукоять. Правосудие Скорма. Бездушие. Стать аморальной. Куда еще аморальнее-то? Тратить 5 человек на работу, убить троих супругов. Лень заниматься этим. Но у него урон 111. А у моего пистолета... Пистолет героя. К столом. Винтовка. Это у меня черный дракон, там 90 что ли было. Но зато он стреляет быстрее. Во, 109, да нафиг? Зачем мне эта винтовка, если пистолет стреляет быстрее, а дамажит практически столько же. Ну вот, первый и последний демон у меня на пути, видимо. Музыка эта играет опять. Только она какая-то измененная, что ли. Оригинальная как-то романтичнее была. Окей. Окей, дней до дня до нападения. Я думал, я за одну серию уложусь, но что-то как-то дольше получается. Все эти решения принимать долго, мучительно, понимаешь. Наверное, мы даже сегодня с вами закончим. В следующей серии продолжим наш путь к самой черной и мрачной концовке. А на сегодня все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. На самом деле я есть хочу. Всем пока.